Главный пляжный знак качества. Синий флаг поднят, и в теории теперь купаться на таллинских пляжах безопасно. При оценке пригодности прибрежной воды для купания есть более 30 критериев. Главным из них являются чистота воды и пляжа. Специальный песочный комбайн легко рыхлит песок, вытаскивая прикопанный с прошлого года мусор с глубины до 15 сантиметров. Температура воды пока купальщикам не благоволит – 8-9 градусов. Но если уляжется ветер, то мы, несомненно, увидим здесь толпы загорающих. Суббота, значит, завтра будет лучше, ветра нету и будет лучший день, когда солнце светит, и я думаю, что где-то 20 или 21 градусов плюс. Но мы открывали сегодня сезон, мы поднимали синий флаг, это синий флаг очень важный. На пляже Пирита уже размещены наблюдатели, которые будут следить за безопасностью на воде. У ближайшей пристани ошвартован полицейский катер, экипаж готов среагировать на любой вызов в считанные секунды. Департамент полиции напоминает о том, что расслабляясь под палящим солнцем, не стоит терять бдительность, по возможности не брать с собой ценные вещи, не оставлять их на виду в автомобилях. Застолбив себе место под солнцем, потратьте одну минутку на то, чтобы познакомиться с соседями. Тогда всегда будет кому присмотреть за вашим телефоном и бумажником, пока вы купаетесь. И это не только работа чиновников, что у нас такой хороший, чистый пляж. Это наша работа, это ваша работа, дорогие пхатанцы, кто сюда пришли и весной, и чистили этот красивое место. Особенное внимание, как всегда, стоит уделить детям. За ними нужен постоянный пригляд. Эти непоседы могут легко потеряться среди загорающих. И еще важно помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Старайтесь не приносить на пляж напитки в стеклянной таре, ведь осколки бутылок в песке могут нанести серьезные раны. Алексей Иванов, Тит Карк, Первый Балтийский канал.